Всем добрый день. Мы находимся в павильоне Республика Беларусь на выставке достижений народного хозяйства. И прямо сейчас мы расскажем о деятельности Белорусского государственного университета. Сегодня на выставочном комплексе ВДНХ в городе Москва для гостей комплекса ожидается выступление наших коллективов творческих, культурная программа, ну и, конечно же, презентация факультетов, специальностей и тех возможностей, которые БГУ достиг в культурной, научной, образовательной и общественной деятельности.